Словакии «So far, so good». Вы знаете, для следующей песни мне нужен особый голос. И вот насчет особого образа я расскажу историю, которая произошла в Петрозаводске на фестивале «Восток». Мы поем песню. И пока я пою песню, я увидел, что у мальчика в третьем ряду отличнейшая маечка. Такая маечка, которую я хотел всегда. И вот я пою и думаю, как бы. И придумал вот тот же трюк, который я попытаюсь сделать сейчас. То есть я говорю спасибо за то, что на предыдущую песню. А в голове я уже маечки. Вот, и я говорю, слушайте, вот следующую песню я вот никак не смогу спеть, если у меня не будет такой рубашечки. А это было тельняшки, да? Моряков. Если у меня не будет тельняшки. Вот такой тельняшки, как, например, вот у этого мальчика. Мальчик, кстати, обрадовался. Я говорю, ну давай, может, поменяемся? Он говорит, с удовольствием. Я придумал вниз, мы обменялись майками, там целый шоу получился. Ну и в конце концов у меня сейчас прекраснейшая тельняшка. Единственный, который не очень остался доволен этим обменом, это мой сын. Потому что на тот концерт у меня была его маечка. Но зато иногда я разрешаю ему тельняшку одеть. Ну вот, для следующей песни, друзья, мне нужен образ. И я так представил, что вот мне бы, знаете, такой образ бездельника мне надо сотворить. И вот и шарфик, такой шарфик, как... Да, прекрасный шарфик, спасибо, не ожидал. Это не шарфик, это шарф, я вам скажу. И сумочка мне тоже. Шарфик, сумочка, спасибо. Отличнейший комплект. А, это для другой песни, я понял. Спасибо. Спасибо, образ сейчас у меня есть. Я, кстати, готов к следующей песне. Я принял образ бездельник. И следующий песни попытаюсь его и изобразить. Миллион минут. Я люблю тебя.
миллионы минут.